Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур. И террорист. И это 44-й сезон выживания дуэтом, дуо называется. Как мы здесь еще развивались, вы видели все на стриме, ссылку в описании я оставлю, кто еще не видел. Итак, нас зарейдили. Нам взорвали вот этот потолок и выломали вот эту стенку. Все четенько, ювелирненько, хорошо, но с обломом. Враги обломались, нихера не нашли. Вот, у нас, короче, есть своя нычка, и там все, конечно же, лежит, потому что это мог быть любой стрим-снайпер, который пришел нас и вдолбал. Итак, наша задача. Наша задача такова. Сейчас как раз рассвет. Мы откроем, посмотрим там... Блин, подожди. Ой. Ой-ой-ой. Что-то тут все носятся теперь. Бешеные волки. Заруби. Мы сейчас заберем нашу нычку. Он сейчас меня сожрет быстрее. Ой, убил. Представляешь? Вот, мы сейчас заберем нашу нычку. Посмотрим, подсчитаем, что кого у нас там получается по ресурсам. И вот эта вот башня, видите, у нас тут отстроилась. Да тут вообще до хера. Смотрите, даже тер. Деревянная дверь. А, ой, блядь! Тер, это деревянная дверь. Он меня не увидел. Лёль. Я его волка лутал рядом с ним. Ну, он, да, там маленько рогатый, просто увидел меня, а на меня магнит пуль. Ну так вот, у нас в нычке-то спальник есть этот огнемет, а я уже бегу домой, у меня около есть. Я тебе ну еще вот один скрафчу. И он, короче, контролит наш дом. Эй, лёль! Лёль! Попробовать с лука его забрать? Не, двое тер. Лёль! No camping! No camping, please. No. No camping. Суки. Они, короче, кемперят сидят. Это какой-то Twitch TV Wrong Wave Up. Вот. Отлично. Люблю твичей нагибать. Будем унижать и доминировать. Надо, короче, нам теперь с тобой нашу нычку переносить. Ну так вот, я не закончил. Мы достанем... Это ты там бегаешь с камнем? Ой. Не. Ясно, не ты. О, достанем огнемет, и вот еще одна, ребят, смотрите, халупа, ее тоже выжгем. Посмотрим, что там, тем более там по-любому ставят шкафы, они нам будут как бы мешать. Вот, так что все, сейчас будем восстанавливаться маленько и, ну, забирать нашу нычку. Он с чем? С луком. Иду, иду, под... ты, да? Вижу. Я... Беги к мосту. Я его ударил, и я умер. Сука. Нет. Как вы достали. Я хочу полутать. Я не хочу войны сейчас. Мне лук, кстати говоря, его нужен тебе. Он что, убегает? Минус. Красава. Он из меня единорога сделал, сука. А, это чувак, которого я изначально убил. Да? Надашь мне его ингредиенты? Еще что-то прилетает, Тер? Да, на, бери быстрее. Лук только не взял. А где его лук? Блять, у меня на. Давай. Так, откуда стреляет эта мразь? Непонятно вообще. Непонятно. Я думаю, оттуда, раз он бежал с другом. Ну, возможно, он бежал с другом. Но, увы, тут никого. Ладно, у меня теперь есть оружие. Ты стучишь, да? Да-да-да. Ну и все, давай лутаться. Лучник? Да, лучник. Сейчас разберусь. Тобой. Я бегу. Только я его почему-то не вижу. А, он где-то издалека долбит. What the fuck? Так я. Это ты. А он-то... А вон он, сверху. Вот там прямо точнее. Сука, вот как они чувствуют-то, я не понимаю. Вот, о, попал, есть. Попал минус. И у него там друг, видишь, еще мансует. Сучка, попал у меня, а? Ублюдок. Так, что тут? О, похавать есть. Ледорог. И вот эти запчасти забрал. Обязательно собирай. Давай, давай. Я все забираю у него. Так, кинжал. Стрелы 13, кинжал. Еще стрелы летят. Так, вон, это на доме. Пойду занесусь домой. Идешь? Да-да-да. Он спрыгнул, прикинь. Просто лут я не буду рисковать лучше.
Или что, да, помочь? Давай. Не надо, не надо, иди, иди. Мы, пускай он к нашему дому идет лучше. У меня просто ХП нету и бинтоваться нечем. Дропнуть. Надо? Или дома? Не надо, не надо, не надо. Я вон, коноплю уже вижу. Их там двое, трое, понял? Сзади нас. Хуя себе. Блять, сейчас еще запрыгивать будем. Че у нас там по металлу? Еще. Ты на металл все поставил? Одну на сульфуру. 135, 618 и 312. А, я что же металл на лутал закидываю. Так. Че, пойдем к ним на файт? А у тебя стрел сколько? А, так это наши соседи с берданками, да, сами, да, теми, да, самими, да. Угу, я минус. Ой, помер я. Какая вот беда. Так, около ресу и закрываю его. А он дома? Ну, не знаю, наверное, я надеюсь на это. Нет, он не дома. Да буди, да будай. Он меня не залутал. А меня залутал, да? Да. Но у меня два лука, если что. Заделываем нашу дыру. Вот так вот. И где он? Ага, слышу, у меня тер. Этот дебил сдохнет под водой сейчас. Тер, давай. Попал. Я к нему переплываю. Там в гору. Все, ушел, сука. Еще не ушел. Ты за ним, что ли? Ну да. Ах, ебать. Попал. Минус, убил. Нихуя, красавчик, я тебе догонишь. Емать, нормально. Вот что он убегал, у него тут ресы были, шестеренки, понял. Аптечка даже была. Да-да-да. И еда была. Пружина, отлично. Так, и что-то ящик какой-то у него тут. А, ясно. Все, убегаю до дома. Вот это он, слышь, вообще. Назовем его Джонни Быстрый. Резвый Джонни, бля. Мы с тобой уже наколупали почти 5000 серы. Это каменными кирками этими, обоссанными. Опа. А, это ты лутаешь? А, ты бьешь, понял, баррикадует. А ими быстро лутать, заебись. Ну, типа быстро бьет он. В натуре бьет их дом. Ну-ка, ракетами вдолбит еще. Че, все что ли? Он его оставил? Так неинтересно. Лавочка закрывается. Давай. И как обычно, вуаля, и у нас все готово. Все, что вот у нас было, так оно и осталось. Мы все перенесли. А у нас есть тело для калаша, у нас есть 6 тел для берданок, и мы сейчас будем, скорее всего, пытаться терроризировать этих пацанов, которые там с берданкой к нам прибегали. Так, но на данный момент у нас имеется очень много, кстати говоря, хочу заметить, сульфура и 130 high quality. Шприцы натер. А, турель. Давай турель поставим здесь. Да-да-да. Потому что нам вдолбали именно вверх. Ну вот, установим ее. Установим ее. Так, sleeping bag забрал. Поставим ее вот здесь. Авторизовывайся. Сейчас. И патрончики в нее закидываю сразу. Авторизовался. Угу. Давай, ставь кровать. Во. И вот сюда встанет холодильник. Холодильник мешал. Ну вот, а вторую кровать. Если только турель чуть-чуть подвинуть. Забрал. Норм, да? Да. И вот так турель. Прописал тебя. Авторизовался. Угу, авторизовался? Да. Все, включаю. Так, я пока верстак скрафчу. Давай, я делаю новый холодильник. Тер, так, война прям здесь. Верстак. Справа от дома. Под
подними свой потом, Ваня, вот этот. Двое бьет. Здесь, походу. Ну, я же сказал, он с Валерой, если что. Я знаю. Скидываю пока все это дело. А, в смысле, зачем два спальня? А, я тебя понял. Ну, если нас зарейдят, чтобы до этого... Все, открывай, Тер. Ты ага. Жив? Да. Блять, а что мне взять-то? Сейчас возьму, подожди. Там патроны есть, Валера есть. Лагает сервер, нормально все. Че? Перезаряжаюсь. Готов? Он здесь будет, блядь, контролить. Блять, позицию. Давай я. Минус он. Еще один есть, Тер. Справа. Мочи минус. Его, все. Ублюдки. Мать их. Это, возможно, берданочники. Ну вот, одежка подъехала. Валера где? Их. Один нашел. Нашел второй, все. Все, валим домой быстро. Затащили. Просто изи. Меня чуть не убили, правда, ну ладно. Ну я тоже. Так, зато одежка подъехала. Ледоруб, кстати. Вот это зашибись. Просто пока у нас жарится, надо пока повоевать. Здесь долго все будет. В смысле печка не горит? Дерево может. 100 high quality. Все. Набралась полная печка high quality. Ништяк. Че, готов? Да, дай секундочку. Все, да, готов. А что ты шлем-то выкинул? Да, рогатый. Нужен? Он вообще защищает от чего-нибудь? Конечно. Просто так, подожди, могут контролить. Такой назад, главное, пошел резко. Слышал? Слышал? Я почувствовал. Сзади. Берданка. Понял. Я зашел. Давай. Он здесь, возле двери. Тихо. Минус один. Иду. Ага, сука, отступает он. Давай, хелпани. Попал. Попал. Разворот его с берданки, мансую. Хедшот дал, Тер. Хед дал. Еще попал. Один выстрел. Молодец, все. Сука. Лежать. Так. Забирай. Все. Это они были. Блять, это был уже берданочник, как говорю. Че, тебе даже попасть не мог? Что-то не надо рассказать. Нормально. Вот этому я вообще просто хлебососину размажил. Где его пипас? Вот, забрал. Все. Норм. Пошла жара. Идти не пришлось. Ну да, сами пришли. Так, берданка плюсом, отлично. И броня плюсом. И пипас плюсом. Так, надо это отхил у костра. Че, погнали как дома? Смотри, только опять крысить могут. Вон он бежит с луком. Вдалеке. Ага. Только лук у него и остался, ублюдок. Лук, говорит. Он говорит, сколько это там долларов? Стоит его этот лук. Пойдем. Он говорит, у него типа очень крутой лук. Он стоит там сколько-то долларов. Надо просто заболтать решил. Ага. Не удалось немножко. Мне попасть в него ни разу. Даже в упор с арбалета. Так, справа. Вот их хата. Попал. Минус. Отлетел вместе со своим роком. Так. Что? Тер, там лутовая открыта. Что? У тебя есть билда? Да, дерево надо. Бля. Нет, почему ты решил открыто? Это витрина. А, это витрина? Hello, да, guys. Да. You want some more GP, huh? You wanna waste some more GP on me, huh?
Ловушек нету. Ты его убил, что ли? Да. Ну ты убийца. Вот зачем ты это сделал? Ты просто маньяк. Я делаю билду. Дерево просто дай мне и все. А, у тебя есть билда? Да, я же спросил, знаешь. Ты сказал нет. Я сказал да. На, ты сказал нет. Сказал да. Грейди дом, лол. Что? Нет, мужик, подожди. Ты еще так молод. Сука. Дай посмотреть, дай посмотреть. Я не запрыгнул. Подожди, нормально, он выйдет из дома. Это я. Блять, ясно. Он замок поставил второй. Так, а что с этими? А, он говорит, видит нас. Это буферки у него. Это у него буферки. Че, может, через скалу? Ну там дробаш скал где-то стрелял, да? Не, где-то вот здесь, я просто не помню. Ну, вроде там был. Йоу. Он хочет нам продать свой камень. Он все продать хочет. Да он и мамку, наверное, свою хочет продать. Иду. Я минус, блядь. Перезаряжается он. Минус он. Бегом. How does it feel to waste GP on us, huh? You want my rocket back? Не, у меня медведь, я минус. Блять, лутаю тебя, понял. С двустволки он тебя вырубил, да? Нет, с дробовика. Да, двустволка. А, у тебя была двустволка. Это моя... У него Валера, так. Блин, да у него лута до хера. Так, что бы мне выбросить? Лук. 39 каменных патронов, что? У меня было 20. Пешка. Попал с него в него с арбалета. Короче, тер, я забрал все такое, знаешь, ну, самое такое важное. Угу. И валю. Потому что крафтить долго броню не хочу. У них пешка, короче, внутри этого дома. Их там трое. И я в пешечку попал. И больно ей сделал. Поэтому она меня не преследует. 39 каменных патронов у нас уйдет тогда на нашу ловушку, которую мы с тобой до сих пор не поставили. Да. Да, так, около надо будет дальше кидать спальники. Они с основными взаимодействуют. Взаимодействуют. Вот это пацанов там сейчас гасят. Дотрейдились, блин, калаш приперся. Отлично просто, так. Нормально пойдет. Так, а вот единственное, что... Короче, пока в оружие скидываю топоры и ледорубы. И Валеру скинул. Так, патроны чё кого? У тебя патронов-то нету? Вот, бери 51, попробуем, может, с калашом что замутить. Пока он их там контролит. И тело на эту, на берданку у нас плюсом. СМГ может взять? Думаешь? Или не стоит? Не, ну... Да оставим пока для обороны дома, я думаю. Чё, гоу? Микабан, бля. Микабан. Тер, я не такой уж и жадный, на, один. Так я себе крафчу, ну ладно, спасибо. Ну ты. Он со скалы, возможно, стрелял, тер. Это, наверное, те. Помню вчерашние? Позавчерашние. А, типа я понял, да-да-да. Которые два. С берданкой были первые. Угу. Потому что они... Может лежат. Быть. Да-да, не донесли калаш первый раз. Точнее, компонент у него. Сейчас калаш потеряет. Двое. Блять, архерово. Так. Ну, я имею в виду, что сейчас будет разня. Попал хедшот, два попадания, сер. Минус. Красава. И второй минус. Нет, второй не минус, бежит. Второй бежит, у него хила нет. Минус, о. Хедшот. Охуеть. Кажется, у меня какая-то струя. Все, нормально? Да. Сер. СМГ. У чувака этого СМГ был, взял.
Лёль, бежим домой. Тер, скорее, бежим домой. Тер, надо бежать. Как так? Ты чё сдох-то, твою мать? Тер, ты чё сдох-то? М92, блядь, с одной тычки нахуй. Берета, ты чё сдох-то, твою мать? Бери калаш и вали оттуда. Ёб твою мать, Тер, ну ты совсем... Сдох. Блядь. Я бегу. Беги. Бля, столько лута, ну ты умер, ну зачем ты умер? Я ж только там эпик устроил, тра-та-та. Ну, взял, сдох. Бегу. Калаш несу. И все спасу. Хуйня какая-то. Бред. Как он мог с одной тычки у меня с береты на таком расстоянии? Ну, попал тебе в голову. У тебя ХП, может, не все было. Алло. Нет, он бы не снес. Ты, ты бежишь? Да-да-да. Ты бежишь, ты оружие есть. Может дать? У меня двухстволка. Берету, о, это дать эту залупу, на. Да нафига, я вряд ли сейчас затащу. Ну ладно, ну... Так, я он? Просто подраконить их. Давай. На горку иди. Главное, там лут лежит весь. Я понял, понял. Ё-моё, ну зачем же ты умер? Я буду плакать. Он там понеслось. Или один? Один, другой СМГ был. Тоже ништяк. Ну, вообще отлично. Фу, жара. В броню скидываешь шприцы. Иду к тебе. Чё там? Там они? Уже? Раз молчишь, значит лутаешь, да? Не, облутали меня. Иду. Полностью облутали? Угу. Быстрые. Это, возможно, тебя облутали те, кого мы убили. Они же бежали, это тоже, наверное, сразу голыми. Да, походу. Но там были шприцы и это... Ну, шприцов спустился. Было очень много. Угу. В смысле, к ним? Да. К берете? Упал. Иду, иду. Этих не видно на этом. На доме. Это ты тут бегаешь, да? Это ты? Я вот. Минус он. Все. Я на лестницу этих. На лестницу у врагов? Понял. Угу. Вижу тебя. А что, стрелы ты не забираешь? Богат, что ли? Это я. Открываю, да? How you guys feeling? Ну зачем спалился? Кто спалился? Он же здесь перекрашивал. Fucking gay ass pistol faggot. Pistol faggot. Такие дауны. Радуются того, что убили с пистолета, а все стволы основные мы угнали. Faggot. Так, что, до дома пойдем? Да, пойдем, ты должен одеться. Просто ниждяк. Угу. Что ты помер? Что калаш отжали, самое главное. Ой. Я только там ритуальные танцы, и ты такой говоришь, я умер. А я слышу, ты с СМГ занимаешь, блядь, ну зажимаешь. Хуяк с ядру лежит, думаю, блядь, ты что ли... Совсем что ли, я ебанулся, да? Потом смотрю, другой чувак.